Как ваше мнение о таких помощниках? Отлично. Обеих. Парни, сейчас еще раз. Не сопливься, ёпка. Еще раз я повторю. Да. Если вы отказываетесь, то в присутствии понятых доставим вас в отдел полиции. Конечно, пожалуйста. Отказываетесь документы предъявить? Все. Видимо, это операция антитеррор. Не антитеррор. Ну, не знаю, я не за рулем, короче, мне плохо. Нас остановили, короче, документы проверяют. Я не знаю, они могут проверять документы по посту или нет. Ну и все, я тоже так думаю. Ну, у них, короче, какие-то понятые, они что-то там снимают на камеру. Что с ними делать, я не знаю. Все, давай. Хуярь. Не надо, куда? Документы. Лично опыта нету. Отдел сейчас поедем, ребята. Поехали, поехали, выходите, пожалуйста. Обыск, сейчас там. Ну, давай. Давай. Поставлю мысль, пожалуйста. Ну, выходи, сами, выезжай.